по-моему, у нас в городе, как и во многих других городах, будет проходить так называемый тотальный диктант. Говорят, что вы для него написали в этом году текст. Я в прошлом году участвовал, писала текст Дина Рубина, не очень удачный. Она двуязычная писательница. Мне кажется, она немножко русский язык подзабыла. Хотелось бы, во-первых, вам пожелать, чтобы вы нормальный текст написали. Человеческий, да, человеческий. Вот. А ну вот о языке, о русском. Как вы вот на проблему эту смотрите? Если это проблема, сейчас многие филологи говорят о том, что он умирает, засоряется и так далее, и так далее. А как вот вы, как писатель, смотрите на проблему современного русского языка? У русского языка много проблем. Какая из них, например, ваша интересует? Падение грамотности?